А это Лиза. Лиза, которая не может выйти из машины. Ее поймал столбик. А это значит что? Это значит, что Лизе канцелярия Цвикспресс не нужна. Лиза всегда на меня дуется. Что нужно для счастья и удобного выхода? Всего каких-то пару сантиметров. Да? Ну что, пойдем? Первое, что я нашла, это кисточки для Мишки. Это Мишки. Кисточки хорошие. Смотри, простые карандаши с фигурными ластиками, с кедами. А там с зонтиками. Кактус. Кактус. Сколько такая стоит? 55 рублей. А тут есть с этими коньками. И с павлинами. Ой, что только нету, красота. Сойдем. Мы, короче, решили взять и кактусы, и коньки. А еще я беру себе вот такие ручки со стирающимися чернилами. Дома покажу, как это работает. И это я обещала Катюше. Двухсторонние карандаши. Улучшенное качество написано. Смотрите, какая классная тетрадка. Ну, это, наверное, 200 рублей стоит, да, такая? Еще и с кошечками. Обалдеть. Смотри, какая красота есть. Енот. Блокнот для записи с комиксами и енотом внутри. Два варианта с енотами. Кто-нибудь енотов ставит? Мне тоже. Я подумала и решила, что надо Кате взять еще одну тетрадку по физике для занятий с бабушками. Слышишь? У нас бабушка будет заниматься. Что ты, красоту увидела? И что ты в ней будешь писать? У вас надо для какой-нибудь музыки? Нет? Нет, у нас только альбом. Не надо? Ну, у меня он. География, литература. Что я там еще вижу? А тонкие тетрадки здесь дешевле. Так, вот есть. Линеечку, сейчас мы их наберем. Штучек, наверное, 10. И они по 2,70. Я нашла прикольные прикручивающиеся акварельные восковые карандаши. Ну, типа того, короче. Восковые. Их можно еще размывать кисточкой. Возьмем такие? Да. А еще вот такие нашли, прям на 36 цветов. Возьмем и те, и другие, дома сравним, какие прикольные, да? Я нашла прикольную штуку. Смотри, карандаши с толстыми этими. Грифель. С толстыми грифелями возьмем, чтобы не ломались. Смотрите, какие еще есть эти. Мелкие в виде единорога. А мы ищем машинку для нашего Мишки. Это ручка, она и катается, и пишет. Мише понравится. Я в поисках прикольной папки для тетрадок. Ой, смотри, какие кошки. А сколько такое стоит? 55? Не знаю. 55. 55, да? Есть кошки, есть вот такая приколюшная зебра. И есть еще вот такие вот пончики. Ну, пончики, наверное, в сторону. А еще я нашла вот такой прикольный альбом. Наверное, мы его возьмем. Низко поранилась. Сколопнула болячку на глазу, да? Я случайно. Показывай пакет. Мы там еще кое-что купили, сейчас вам покажем. Это та, которая... Не относящаяся к школе, а? Та, которую ты мне сколопнула. А, ну давай. Садимся в машину. Сейчас кое-что покажем. Да, я покажу кое-что. А, куда они здесь? Вот, мы еще взяли вот такую вот банку для воды. Лиза все время берет с собой воду в школу. Будет носить ее вот в такой банке. Да? Угу. Круто? Угу. Там разные цвета были, мы выбрали красный. А еще не относящиеся к школе нашли вот такое вот чудо. Это пластиковые фигурки с водой внутри, типа как бы многоразовый лед. То есть моешь первый раз, потом замораживаешь и кидаешь себе в напиток. Должно выглядеть прикольно и, собственно, удобно быть. Попробуем и обязательно вам расскажем в одном из влогов. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А мы на этом завершаем наш Back to School in Fixed Price, да, и едем домой. И, возможно, еще в конце видео я добавлю, как мы будем это все показывать Кате и что она себе выберет. Добавим? И тогда уже попрощаемся окончательно. Ну, в общем, до вечера. Для вас это будет через секунду, а для нас еще достаточно длинный путь домой. Ждем Мишку, чтобы показать ему его подарок. Смотри, что тебе купили. Нравится? Машинка. Открывать будем? Это ручка машины. Можно ее? Да, би-би! Помочь тебе, Миша? Дай Лизе, она откроет. Смотрим на машинку. Это и машинка, и ручка, Миша. Ей можно рисовать и ездить. Ну-ка, пока. Он вас будет играть с ней. Смотри, дай, смотри. Оп. Ей можно писать. А еще ее можно катать. Миша катает. А еще можно ей писать в альбомчике в твоем. Будешь? Рисовать? Будешь? Неси альбомчик.
В общем, Мише понравилось. Вот такая вот ручка. А это не упаковка, ее надо выбросить. И... пробуем новую ручку. Пишет хорошо. Ну какая машина-то быстрая. Поехали на другую страничку. Поехали. На машинке поехали. На вот эту страничку. Давай, пиши. Все, пиши здесь. Вот так вот мы играем. Катя, сейчас покажу. Катя, смотри, какой альбом. Как ты, да? Охуище. Ну классный же. Ой, все мне нравится. Так, среди папок Лиза. Катя выбрала, как думаешь, кого? Котят. Конечно, котят. Поэтому это тебе в набор. А это Катя. Ну, тебе как-то зебра этот, к поняшкам ближе, а? Так, вот таких два карандаша мы сейчас делим пополам. Ну, не сейчас, наверное, потом. Смотри, Кать, мы взяли два карандаша с не тонкими, а потолще, с стержнями. Чтобы не ломали. Тоже механические, прикольно? Угу. Так, вот это мы отдаем сейчас Кате. Чтобы она могла раскрашивать свои картинки. Поехали на следующую страницу. Так, а еще вот эти вот ручечки, это мамины. Это маме. Физику тоже убираем наверх. Что у нас еще? У нас есть вот такие вот ручечки. Так, вот эти кисточки, это Миша. Миша. Туда к его краске. Это наверх. Так, в школе. Так, вот это мы сейчас будем пробовать. Это мои стаканчики для машины. Зачем ты их сюда притащила? Альбом. Давайте, наверное, тоже уберем наверх. На, передай, Катя. Для кого это? Посмотрим. Вот это тоже убираем наверх. И папку твою убираем наверх. Это для школы пусть будет. Убираю все наверх. Да. Ну что, давайте делить ручки. Делим? Я думаю, один. Итак, распаковали ручки. Катя выбрала розового единорожку. Смотрите, какой красивый. Просто прелесть. Вот это вот фиолетовая единорожка. Это будет Лизин. Ну-ка. Миша, а можно я попишу? Ага, там закрытая ручка. Вот так. Тут тонкая паста. Слушай, ею можно в школе... Нет, это гелевая ручка, ею нельзя в школе писать. Смотри, Миша, я тебе цветочек рисую левой рукой, между прочим. Поставьте мне лайк. Крутой же цветочек для левой-то руки. На, Лиза, забирай. Так. Лиза берет желтый кактус. Кактус такой же, тоже гелевая ручка, только в форме кактуса. А Миша стырил у Кати ее кактус. Да. Татя, можно? Можно, скажи? Можно порисую? Это Катя. Это Катина ручка. Можно порисую? Держи. Все. И осталось нам вот это вот все выбросить. Осталось нам проверить вот эти вот мелки. Вот это вот восковые акварельные карандаши. А это восковые мелки. Посмотрим, что прикольней. Просто. Вот, смотрите, я взяла красный карандашик, выкатила его немножечко. О, он крутой. А мне нравится, мне очень нравится. Слушай, Кать, вот твоих этих вот этим бы раскрашивать, да? Да. Он очень, очень нежный. Попробуй, попробуй. Он очень нежный. Классно? Да. Даже добить не надо. Вообще, пока не трать. В общем, смотрите, сейчас мы будем пробовать это. О, это реально превращается в краску. Смотри, Лиза. Ага. Смотрите, ребят. Обалденные карандаши, Кать. Может, ты такими будешь раскрашивать? Хорошо. Такие придется купить и Мише, и Лизе, да? Да, Миша? Да? Нет! Еще чего? Вообще классные акварельные карандаши. А ты все зачеркал, да? Ну-ка покажи, смотрите, на художественный стол сверху. Все разрисовал. Все, у него перестал писать ручкой. Ну, конечно, он ее в воду махает. Ну, все уже пишет. Бип-бип. Ну, вот. Бип-бип. Ну что, Катя, уступим Лизе? Кому эти карандаши пойдут? Ты тоже хочешь такие? Угу. Да? Угу. Мы в наш фикс-прайс сходим, еще набор купим. Кому уступим? Давайте так, Лизе. Давайте один Кате, другой нет, мне. Нет, так будет сложно. Хотя, да, можно вот так вот. Тут цвета разные. А потом другое. А потом два других цвета я вам докуплю. Кто какой берет? Лиза первая выбирает. Это кто? Это лисица. А это Катя? А это коала. А это Лиза. Держи. А мы открываем вот это. Вот это открываем. И тут
Просто море. Мама, помнишь, ты мне тоже восковые мелки покупала в коробочке особенной? Я ей рисовала специально на альбоме. А если их размочить? Я ничего не вижу. А нет, с этим и фокус не прошел, смотрите. Так, чуточку розовый. Есть бледный. У розовый это вот от этого. Вообще ничего не размочилось. Прощай, оп, розовый цвет. Тут машины едут всякие, да, Мишка? Мы победили твою машину. И осталось только показать вам мои ручки, которые стирают чернила. Смотрите, я сейчас напишу что-нибудь секретное. Лиза. Секретное. И надо, чтобы это никто не видел. Стираем, 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 стираем. Оп. Стираем, 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 стираем. Смотрите, какие классные ручки. Бегите быстрее в Fix Price, пока они не перестали их выпускать. А правда, вот на мокром не стирается. Ну, в общем, когда высохнет, сотру. А теперь, смотрите, рисуем звездочку. А теперь прячем звездочку. Нет, Миша, нет. Моя звездочка будет спрятана, смотри. А вот когда кое-кто нарисовал своей пастой, она уже не стирается, понимаешь? У меня волшебная ручка. Мне тоже Миша нравится в шоке. Такое. Выпрашиватель маленький. Ну ладно, на тебе такую ручку. Спасибо, спасибо, мама! Дорогие подписчики, на этом, я думаю, мы заслужили лайк за такую классную закупочку и за мамину доброту. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите на канал почаще и оставайтесь с нашей Happy Family навсегда. Всем пока! Пока! Увидимся в следующем видео!